Вот здесь вот КАМАЗов 20, наверное, снегу навозили. Это глыба вся вот эта. И все, посмотрите, вдоль забоя вся вот эта площадь, три дома наших, все затопит водой. Юрий Стефанов рассказывает, у его дома соседний гаражный кооператив устроил снегоотвал. Горожанин опасается, весной утрамбованный снег затопит не только огород, но и сам дом. Участок Юрия с двух сторон окружен бетонным забором, поэтому, считает мужчина, вода так и будет стоять в огороде все лето. Юрий Стефанов уже обратился в полицию, в коммунальное отдел администрации правобережного округа. Тем временем снегоотвал уже успел и заледенеть, и подтаять. Руководство кооператива на просьбу убрать снег не реагирует. Поднялся сюда. Я говорю, что же вы делаете? Это снег сыпите сюда. Я говорю, нас же затопит. Это, ну, сначала отругали там водитель, чуть не до драки дошло, а потом исполняющий обязанности председатель кооператива-то подошел, сказал, вообще здесь вся моя территория, и вообще вы, говорит, живете незаконно. Я, говорит, вас тут вообще могу так там спихнуть ваши все дома. И это, ну, с такими угрозами вообще кошмар, я говорю. Дом на Карла Маркса 32 коммунальщикам давно знаком. Эта уборка уже третья за зиму. В среднем с этой крыши будет вывезено 12 самосвалов снега. Здесь формировать сугробы негде. Вместо двора парковка. С другой стороны тротуар. Сам автотранспорт, погрузка, да, и плюс от снегоотвал. Значит, вот снегоотвал стоит 60-70 рублей тонна. С среднего двора это, скажем, 10 машин в 50 тонн. То есть, в принципе, 50 тонн на 60 рублей, это получается 15 тысяч рублей, только снегоотвал. Плюс работа, услуги автотехники, это еще 15 тысяч рублей. То есть, ну, где-то мы выходим порядка 30-35 тысяч. Выросли сугробы в других дворах Иркутска. В разгаре сезон уборки крыш. Сбросить снег – это только полдела. Но вывести его вовремя многие забывают. Или не делают это из экономии. Ждут, когда сам растает. Чтобы сэкономить на статье «Текущий ремонт», большинство коммунальщиков снег не вывозят, а сваливают прямо во дворах или на газонах. Так у местной ребятни остается только два вида игр – либо «Царь горы», либо «Снежки». Откуда деньги за своими домами, жильцы должны следить сами. Соответственно, вывоз снега оплачивается из средств, собранных из ежемесячной платы по статье «Текущий ремонт». Как вариант, собрать деньги дополнительно. В некоторых дворах так и делается. Получается в среднем по 150 рублей с квартиры. А вот дворник Мустафа и его коллеги двумя руками за то, чтобы как можно больше собственников домов вовремя убирали снег и вовремя вывозили. Для работников в оранжевых жилетках сейчас самый хлебный сезон. Работа кипит с 8 утра до 8 вечера. Зарплата увеличена на 40%. И, как говорит Мустафа, к 8 марта он точно заработает всем родным на подарки, потому что без заказа в ближайшие недели точно не останется. Екатерина Бурван, Константин Синицын. Новости сейчас.